Экватор акции в борьбу за звание лучшего молодежного коллектива вступает 10-я команда. У многих кукла ассоциируется с детством. Некоторые молодые люди решили продлить себе это самое детство и стали кукловодами. Итак, в нашей акции театр кукол «Теремок». Королевскую корову уважают в теремке. Молоко мое парное жирно пенится в ведре. Я б хотела петь со сцены, но из хлеба не уйти мне пока. Потому что королева пропадет без молока. Многие считают, что кукловодом быть легко, но пока ребята показывали нам свой номер, с них 7 потов, наверное, сошло. Реально так тяжело? Да, достаточно тяжело. Идет большая физическая нагрузка, плюс большая нагрузка на позвоночник, и у нас светят софиты, от которых достаточно тепло и жарко. Ваши соперники – это представители более молодежных и более популярных субкультур. Как вы будете с ними бороться? Мы все разные, поэтому нас сравнивать нельзя. И хорошо, что в Саратове присутствует такое разнообразие коллективов, абсолютно разных. Очень хорошо. Спасибо. Голосуйте за театр кукол «Теремок». Заходите на наш сайт teleobjektiv.tv, там вы узнаете все подробности. Ну а победителя этой недели мы объявим уже в понедельник. Голосование закончится в 3 часа дня. Помните, кем будет гордиться Саратов в этом году, зависит только от вас. Спонсор акции «Гордись Саратов» – Бинбанк. Бинбанк. 20 лет с вами.